Дом Калеминых, так он известен в документах, стал объектом внимания после того, как в Рязанском архиве историки обнаружили упоминание о пребывании великого ученого по этому адресу. Подробно об этом наша телекомпания рассказывала в 2016 году, когда деревянное здание на Вознесенской 40 оказалось под угрозой сноса и стало центром внимания общественности, превратив местную историю в сюжет федеральный. Как вспоминал сам Циолковский, мы жили сначала в одном отделении, потом в другом, а вот в то отделение, где мы жили, значит, заехали потом белопольские. Вот. Причем белопольские, по какой-то иронии судьбы, люди, в общем-то, тоже имеющие такое косвенное отношение к астрономии, поскольку, значит, Петр Васильевич – это племянник известного русского астронома Аристарха Белопольского. Поэтому вот такой получается космический дом. Связь дома номер 40 с семьей Циолковского тогда ставилась под сомнение. Дело в том, что в архивных документах точный адрес указан никогда не был, а семья Циолковских снимала несколько помещений в усадьбе Калемина в середине 19 века. Причем большая часть усадьбы не сохранилась. Абсолютно достоверная информация о том, что там проживал Циолковский. Другой вопрос, что она как-то нигде у нас не звучала. Вот. И понятно, собственно, почему. Потому что долгое время не могли определить, где конкретно находится тот дом, в котором жила семья Циолковских в один из своих рязанских периодов. В итоге изучение документов того времени экспертами в 2017 году приказом Госинспекции по охране объектов культурного наследия дом номер 40 на улице Вознесенской в Рязани все же признали выявленным памятником культурного наследия. Как минимум, этот дом просто нужно сохранить. А в лучшем случае, значит, его можно было бы использовать, ну, как минимум, под музей Циолковского, да, мемориальный, то есть попробовать восстановить. Понятно, у нас есть Ижевская с музеем, но в Ижевское далеко не все поедут. А туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей. С тех пор судьба здания была неясна. Укрытое баннерами, оно год за годом ветшало. И вот на рассвете 30 июня 2024 года случился пожар. 30 июня в 3 часа 31 минуту поступило сообщение о загорании нежилого дома на улице Вознесенской города Рязани. В 4 часа 30 минут локализация пожара. В 4 часа 35 минут ликвидация открытого горения. В 5 часов 40 минут полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. На месте работало 5 единиц техники, 15 человек личного состава. В Рязанском отделении ВАПИК Общество охраны памятников истории и культуры отметили, что, несмотря на признанный в 2017 году статус, здание не охранялось. Там же выдвигается версия о поджоге изнутри. В инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области сегодня сообщили, что здание восстановят, цитата, «объект культурного наследия находится в аренде, арендаторы в этом году разработали и согласовали проектную документацию по сохранению памятника. Сейчас выясняются обстоятельства и причины его возгорания. После пользователь примет меры по его восстановлению». Конец цитаты. Как подчеркнули в инспекции, сносить и возводить другое здание на месте памятника запрещено законодательством.